Всем здарова, с вами Нок, и это новости ДНБ Инфо. Сегодня я вам расскажу о свежачке от Боу, дебютном альбоме Data 3, а также о других анонсах наших и зарубежных артистов. Погнали! 5 лет назад на свет появился интересный проект из 3 человек, который сразу же стрельнул на Solvent, Subtitles, Soul Trader и других ориентированных на глубокое звучание лейблах. А совсем недавно мы услышали плотный Cellular EP, вышедший на FlexOut. Как многие из вас уже, наверное, догадались, речь идет о трио под названием Data 3, в которое входят Марк Дейнимал, Брайсон, 1/2 сами знаете какого дуэта, а также Алекс Костяков, организатор вечеринок в Манчестере. Недавно парни дали большое интервью UKF, в котором рассказали о своей дебютном лонгплее. Оказалось, что недавний мини-альбом для FlexOut — это не просто набор из нескольких треков, это начало целой серии релизов под названием Meta, которая будет состоять из 3 частей и завершится с выходом полноценного альбома. Cellular EP 21 июня положила начало проекту, а его продолжение Molecular мы должны увидеть в ближайшие 3-4 месяца. Сам альбом, подозреваю, выйдет ближе к весне следующего года. Парни решили замутить такой проект из-за того, что в современном мире многие медиапродукты воспринимаются людьми таким образом, что забываются уже через месяц. И связано это не только с тем, что с развитием технологий стало больше проходника, который приходится через себя пропускать, но и с тем, что разного рода информации вокруг нас в целом стало намного больше, из-за чего даже что-то значимое может быстро выветриться из головы. В итоге Data 3 решили не закрываться надолго в студии, не давая нам вообще ничего, а запустили такой вот проект, с помощью которого можно познакомить нас с некоторыми работами с альбома еще до того, как он выйдет. Плюс такая стратегия позволяет уделять достаточно времени и другим своим проектам, что всем нам только на руку, ведь так мы сможем получить больше классного материала. Пока Data 3 готовит следующую епишку, мы с вами можем еще раз послушать Cellular, а если кто-то из вас релиз пропустил, то тыкайте по ссылке в описании видео и наслаждайтесь. Уже 18 июля на Soap It Up Боу выпустит свой 4-трековый Scorpio EP, одна из работ которого написана совместно с владельцем лейбла Serum'ом. Мало кто из молодых артистов способен ворваться на сцену так, как это сделал Эймин в 2015 году, хотя я о нем узнал только в середине 16-го. В этом году парень уже успел выпустить коллабы с Unglued, Иней и Касра, и как уже сказал ранее, на подходе совместный трек с Serum. По словам продюсера, так быстро взлететь ему помогла зависимость от музыки, а точнее от самого процесса ее производства. Боу постоянно что-то пишет, и если по какой-то причине перестает это делать, то возникает ощущение, будто он слишком расслабился и обленился. Эймин, как и многие артисты, любит то, что делает, так что процесс написания музыки не похож на работу, которую хочется поскорее закончить и пойти домой. Благодаря такому отношению к своему делу, парень сначала получил кучу прослушиваний на SoundCloud, а затем стал известным и за пределами площадки. Выпустился на Hospital, Critical, DNB Arena и Soap It Up. Да, Scorpio — это второй релиз Боу на лейбле Serum'а. Его продюсер считает своей лучшей на данный момент работой. EP-шка выйдет уже 18 июля, так что следите за новостями в паблике, чтобы ничего не пропустить. Переходим к коротким новостям. 29 июля Audio выпустит на Snake Pit свою новую работу, название которой Ultrasonic. Уже 19 июля мы увидим новую EP-шку от Иней, которая выйдет на Critical Music. По словам ребят с лейбла, Divided Mode продемонстрирует нам те стороны артиста, которые плотно связаны с агрессивным ДНБ-звучанием. А еще это первый с 18 года сольный мини-альбом Алексея. Снова новости от Beelane. Парень официально объявил дату релиза своего нового альбома. Nomads Revenge LP выйдет уже 12 июля. 16 августа на Metalheads Black Barrel выпустит свой новый EP под названием Elevate. У релиза достаточно интересная история, поэтому рекомендую вам почитать его в официальном паблике парня в ВК. Много времени у вас это не займет. Ссылку я оставил в описании. Также в августе Крот бесплатно отдаст нам бутлег на Notwerk от Apache, прозвучавший в 48-м нейропанке. Уже 12 июля на Life History выйдет задорная летняя EP-шка от Chill Homers, каждый трек которой — это отдельная история со своим настроением. Так что любители ликвид-фанка обязательно найдут в ней что-то, что придется по душе. Заценить превьюшки вы можете по ссылке в описании. В ближайшее время на Damn Recordings выйдет EP-шка от Dub Elements, которая будет включать в себя коллабы с Flight, Hydra, Optiv и CZA. Ребята с Invasion Recordings на днях запустили буст мощной EP-шки от Tenzin, Seafarer и Dreamin, засветившейся еще в 47-м нейропанке. Ссылку на него вы, как обычно, найдете в описании. Совсем скоро на Itbrain выйдет EP-шка от Naze. Подозреваю, что это будет следующий релиз после альбома L33, вышедшего на лейбле 8 июля. 30 августа мы с вами увидим 2 совместные работы от Distant Future и Lowriders. Выйдут они на английском Grid Recordings.
и под конец тизер от Liquicity. В ближайшее время мы увидим на лейбле свежачок от Madook. Что именно это будет, пока неизвестно. А с новостями на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, Инстаграм и паблик ВК. С вами был Нок. Всем пока!